Компания «Максимальный размах» дарит подарки. 20 многодетных мам в преддверии праздника весны получили электрочайники, а их дети – развивающие игры. С участниками благотворительной акции познакомилась Александра Солмина. Переливаются на свету мыльные пузыри. С аниматоров не спускают радостных глаз дети. Сегодня весенний праздник для них устроили не сказочные волшебники, а благотворительный фонд «Улыбка» и компания «Максимальный размах». Проводим мы ее с этой компанией впервые. Вот, надеемся, что теперь это станет традицией, и наш друг, компания «Максимальный размах», будет с нами и в дальнейшем в акциях участвовать. Посвящена эта акция весне, детям, как обычно. Вот, приближающимся 8 марта захотелось сделать подарок. И надо сказать, организаторам это удалось. Теплое общение, праздничное настроение, интересный концерт для 20 петропавловских семей стали настоящим подарком. И это еще не все, что подготовили для них сегодня. Мамочкам к празднику весны мы подарим чайники от компании «Максимальный размах». Также детям это будут развивающие игрушки, развивающие моторику рук. Накормить большую семью не так-то просто. В компании «Максимальный размах» это понимают. Поэтому каждой маме сегодня вручили пакет пельменей по 5 и 10 килограммов. Вкус этой продукции знают в Астане, Алматы, Кокшетау и Караганде. На рынке Петропавловска фирма уже 12 лет. Каждый месяц стараются проводить благотворительные акции. К примеру, совсем недавно дарили свою продукцию пенсионерам. Теперь решили помогать и многодетным семьям. Получили сегодня подарки Людмила Волкова и ее 5 детей. За презенты компании «Максимальный размах» и фонду «Улыбка» очень благодарны. А для организаторов это счастье – видеть радостные глаза детей. Мне нравится этот подарок очень, потому что весело собирать пазл. С сестренкой или с братиком можно собирать пазл. Спасибо большое, все было очень здорово. Очень хорошие подарки. Спасибо за подарок. Я люблю собирать пазлы. Ну, буду проводить выходные, собирать их. Подарки сегодня получили 62 ребенка. Организаторы надеются, что помогать многодетным семьям будут чаще. Ведь дарить добро и улыбку так приятно. Александра Солмина, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.